Есть три вопроса для создания идеальной упаковки. Запишите их. Кликайся, пожалуйста, дорогой мой. Вот. Первое, кто это смотрит? Второе, какое решение он должен принять, посмотрев это? И третье, что нужно знать для принятия этого решения? Элементарно, как бы все просто, да? Вот. Но не всегда мы знаем ответ и даже на первое. Вот. Мы сегодня будем говорить больше про третий вопрос. Все остальные, к сожалению, я не успею. Но если что, в кулуарах мы можем с вами по этому поводу побеседовать. Я потом дам еще и ссылки. Так вот, что нужно знать для принятия этого решения? И вообще факты и мнения, да, про которые нам нужно говорить. И если уж мы заговорили про факты, то нам нужно объяснить, а чем одно отличается от другого. Это важно? Вообще то, что я сейчас рассказал, было важно для вас? Да? Супер. Вот. Так вот, чем факт отличается от мнения? А, нифига не видно. В общем, тут нарисована такая вот фигурка, цилиндр. Видно, да? Не видно. Цилиндр, в общем, нарисован. У кого-нибудь есть цилиндр? Во, Red Bull. Есть? Вот смотрите, цилиндр. Я буду презентацией сегодня вместо этой штуки. Если на него посмотреть с этой стороны, это кружок. А если под таким углом, квадрат. Ну, прямоугольник. Да. Так вот, то, что это цилиндр, это факт. А то, что это тень дает как круг или тень дает как квадрат, это мнение. Потому что в зависимости от угла обзора на этот факт мы можем дать два разных мнения. Вот в этом и отличие. Так. Кликер. Да. Ну, чтобы еще лучше было вам понятно, смотрите, вот еще пример. Вот этот маркер синий, это факт? Да. Смотрите, магия. Он черный. Почему вы так решили? Колпачок синий. Колпачок — это мнение. То, что маркер синий, это не факт. Факт, когда вы увидели, что он написал черным, да, значит он, ну или синим, значит он стал синим. То же самое и упаковка. Упаковка — это колпачки, которые вы надеваете на ваш продукт. То, что и чаще всего мы делаем вывод по колпачкам. Но однозначно много доверия у вас возникает, когда вы увидели видео, как я писал этим маркером с черным колпачком или синим колпачком черным цветом. Вы тогда понимаете, что у меня все маркеры с синим колпачком, они черные. Может быть такое? Да, вполне. Вот, так? И ваша задача сделать так, чтобы у вас было меньше колпачков в вашей упаковке и больше именно самих маркеров или каких-то подтверждений. То есть есть факт, это то, у чего всегда есть подтверждение. То есть вот это артефакт, да, из прошлого. То есть это вот из прошлого минутной давности, что я действительно писал этим синим маркером черным цветом. Может быть такое? Ну, магия, ну да. Вот. А есть мнение. Это то, что еще не проверено артефактом. Понятно, в чем разница? И мнения, они всегда могут отличаться. Так вот, задача. Ваша упаковка начинает продавать. Привет, Сергей. Вот. Когда у вас больше фактов, которые подтверждены артефактами. Более того, у вас может быть много мнений, но один артефакт, и вам будут верить в этом случае. Я вам это покажу еще на нескольких примерах.